Привет, блогер. У меня тут новиночка недели для тебя, потестируешь? Это Sleeping Mask. Покажи нам обложку, как ты это все достаешь, разворачиваешь. Смотри, ты еще не умывалась? Нет. Плохо, а я вот умылась, но я молодец. Тут, короче, у нас... такая упаковочка. Короче, да. Тут целых две маски. А если мы правильно поняли, то делать это лучше перед сном рекомендуют, в полетах и еще где-то. Ну, вот, нормально, что на японском языке написано, там это японская маска, есть еще корейские. На японской, вот, к счастью, есть английский вариант текста. Вот не пойму, вот, короче, девушка в постели перед сном, мужик типа в поезде, что ли? В поезде или в самолете. Ага, и там деревья все. А еще мужик какой-то, да, с деревьями. В офисе, наверное, спит. Ну да, японцы же не спят в офисе, у них принято. Вот. Еще мушки какие-то будут, такие отверстия, которые к ушам цепляются. Какой-то, значит, защитный слой надо будет снять. И, в общем-то, надеть на глаза и в течение 10 минут держать. Она быстро сразу начнет нагреваться, как обещают японцы. И за 10 минут нагреть до 40 градусов. И еще также вот здесь написано в инструкции на английском, если вот здесь. Если вдруг... почувствуете, что слишком горячо, то нужно будет немедленно снять. Также есть там какие-то ограничения по здоровью. Если вы принимаете какие-то там лечения или есть какие-то проблемы с глазами, тоже желают не использовать. И вот предлагают please enjoy your product during the flight. То есть в течение полета предлагают ей наслаждаться. Вот, ну что, пробуем, тестируем, открывай. Открывай масочку. Да, мне надо. Вот той рукой работает, другой рукой, да. Нерабочая сторона. Такая вклетчатая. Я вот потрогаю. Вот масочка, очень мягкий. На что похоже? Она похожа на женские прокладки, такие целлюлозные, да, что-то. И пахнет вкусно. А, да, запах классный. Очень приятный такой ненавязчивый, мягкий запах. Ну, вот эти самые ушки, про которые там было написано. Как их отдирать-то? Так, вот берешь. Нет, они разъединяются, эти ушки. Ну, вот их надо разодрать. Угу. Все, и вот, видимо, здесь защитный слой. Вот защитный слой, который надо. Ой, да, она уже начала нагреваться. Ты что делаешь мне? Похоже, да, она. Нет никакого защитного слоя, она уже нагревается. В общем, наносим на глаза. Так вот, и 10 минут лежим. Давай, ложись в лохер. Тепло чувствуешь? Пошло тепло? Да, сейчас объясню. Ну все, давай. Через 10 минут вернемся к тебе. Расскажешь. Очень сильно начнем говорить, ну что. Снимай, там же все написано, хана. Ну что, блохер. Прошло, значит, 10 минут. 39 минут уже. На часах. Снимай. Что ты чувствуешь? Что моя тушь потекла. Ну это да, тушь потекла. Надо было снимать до того, как малыш. Кто я красивая? Теперь-то да, особенно. Ты где-то минут через, не знаю, там 5-7 сказала, что у тебя что-то на нагрев впадает, что типа все, да, нагреть лицо. Все автоматизировано. Потом вот у этой прокладки все автоматизировано. Прокладка очень автоматизирована. Прокладка на голове висит, иди помойся. Спасибо, что живой. Прокладка.